Сегодня 7 июня. Наконец-то пришло настоящее тепло. Погода очень-очень теплая. Еще вдобавок ко всеобщему удовольствию пошел такой нежный, тепленький дождичек. И все растения прямо воспряли. А то было сухо, ветер. А сейчас погода просто прелесть для растений. Ну и мне тоже хорошо, поливать не надо. Клубничка уже завязывает ягодки. Помидорки после холодов немножечко пришли в себя. Чеснок подрастает, клещевина тоже подрастает. И самое главное, такой мягкий-мягкий теплый летний дождик. Я даже вышел немножечко, под ним тоже постоял. Отличная погодка. И тучки что-то даже пока уходить не собираются. Пусть подольше пойдет. Все польет хорошо. Это самая благодатная влага. Теплая, с неба. Это, конечно, очень поможет будущему урожаю. И можно ничего не делать, отдыхать.